Всем доброе утро. Вот мой завтрак. Честь святого дня святого Патрика. Не думаю, у меня будет шанс что-нибудь ирландское приготовить. Но так как ирландцы очень часто едят копченый лосось, у меня копченый лосось и зеленый цвет огурчика. Так что с днем святого Патрика меня. Всем привет. Фермерский шик. Very cute, very cute. В общем, у Анжелики сегодня последний день. Ей босс сказала, ну, на данный момент. You said 2 weeks or 1 week? 2 weeks. 2 недели у них магазин будет закрыт после сегодня. Ей даже босс сказала принести, может, какую-то настольную игру, потому что не ожидают клиентов. Но сказали, что зарплату все равно будут платить. Так что, хоть на этом, слава Богу. Даже пропущенные дни обычно буду подсчитывать обычные часы, которые она обычно работает, и за это ей будут платить. Так, друзья, идем кататься. Говорю, сложно. Сложно уговаривать малыша спать, когда все дома. Одна из проблем. Ему все надо, все интересно, какой сон. Так что мы идем кататься вокруг нашего соседства. Муж с утра пошел на работу, потом вернулся, некоторое время сидел дома, даже ланч приготовил детям себе. И поехал, я хоть ванну приняла, и поехал, это самое, на работу опять. Насчет Анжелики я уже сказала, да, их с завтрашнего дня отпускают на 2 недели, и все равно будут платить, слава Богу. Также говорят, что Трамп сказал, что будет поддерживать семьи чеками от государства. Так что Господь благослови Америку за это. Конечно, я думаю, не каждую семью, там какие-то, наверное, требования. Я думаю, с шестью детьми нас все-таки может какая-то помощь будет. Ну, в общем, посмотрим. Я еще ничего все толком не знаю. Насчет школы, мне Анжелика мама говорят, что нашу школу не закрывают, так как это частная школа. Пошла я, проверила электронную почту. Да, они большими буквами написали, что мы не закрываемся. Ну, в смысле не закрываемся. Они все равно... Это просто будет дистанционное обучение на дому. Фан. Я прям в восторге. Как это все будет работать? Еще они над этим работают. Они сами пока еще не осилили всю эту программу, да? Обучение дистанционного. Ну, буду посылать инструкции. Так что 4 детей у меня будут учиться до 3 апреля на дому. На данный момент все спортивные и любые мероприятия отменили, так как у нас же, по идее, должны были быть репетиции по хору, у нас должно было быть спектакль школьный, каждый год у нас проходит. Это должно было быть в конце марта. Его на данный момент отменили. Там должна была Скарлетт со своим классом тоже выступать. У Габриэла первые соревнования должны были быть 26 марта. Это тоже отменили. В общем, у ребенка моего 2 года через 5 дней. И, честно говоря, такая ситуация, ну прям вообще... чувствую. А Анжелика с Рики на свои 2 года, как они начали встречаться, думали ехать на горячие источники в спа. Я говорю, Анжелика, что-то я сомневаюсь, что у вас это получится. Сейчас первым делом это закрывают все эти салоны и спа. Ну, я смотрю, как будто открыто, говорю, да, я бы не сильно рыпалась.
говорю, наверное, лучше все-таки подождать. Ну, молодые, понимаете, дурные еще. Рики тоже уже не работает иногда, ну, на данный момент. Закрыли его работу, и ему навряд ли будут платить, потому что это маленькое предприятие. Я не думаю, они это смогут. Без профсоюза и все такое. Предприятие с профсоюзами, там да, там будут платить работникам. В общем, такая ситуация. Насчет Дэнни работы пока еще неизвестно. Он говорит, медленно идет, но есть. Работа, в общем, все равно он на работу ходит на данный момент. А подружка работает в Walmart'е. Я вчера вам говорила, что может это все поутихнет, люди поймут, что все равно завозят продукты. Она говорит, что Марина, продукты будут завозить намного меньше. Так что она меня не успокоила. Ну, по крайней мере, хорошо иметь своих людей изнутри, да, и быть готовым. Так что, возможно, мне придется все-таки вернуться и подкупить еще некоторые продукты. Ой. Так что, люди, если до вас это еще не дошло, я вам говорю, подкупайте сейчас, пока есть. Пока есть эта возможность, пока еще все не раскупили. Видите, Италия дождалась до несколько тысяч зараженных, чтобы сделать этот карантин. Я думаю, Америка просто учится на их ошибках и поэтому делает это намного раньше. Ну, все вместе мы сможем это победить. Так что мы все живем в одном мире, друзья. И наш мир становится намного больше, знаете, до этого мы жили в нашем маленьком мире, как-то моя хата с краю. Сейчас это не работает, сейчас это надо все вместе думать. Моя мама на данный момент тоже еще не уверена. Она же, по идее, 3 апреля должна была вылетать в Айдахо. То хотели менять билет, то... Короче, я думаю, это еще будет долго колыхаться ее решение. Потому что, по идее, как 2 недели пройдет к 3 апреля, то, типа, может и поедет. Я не знаю, что она решит. Конечно, говорят, ты меня в аэропорт повезешь? Я говорю, фиг его знает. Ну, куда я денусь? Наверное, повезу. Вот такие у нас сводки новостей. Только что посмотрела под видео у одной девочки, что пишут, пейте побольше воды, что во время вируса надо больше пить воды и чаю. Что я делаю? Я заваливаю чай. Как видите, я оделась сегодня по праздничному, по зеленому. Чашек тоже мы зелененькое носили. И Тринка, смотри. И вот Тринки тут. Закрывай. Что я авокадо? Что я? У нас авокадо тут. Скалюши тут шорты где-то. Так что, ура! Мама сошла с ума, заперти на карантине. Я смотрю тут рецепт. Большинство, то, что надо, у меня есть, кроме голубого сыра. Но голубой сыр я все равно не люблю. Это как сыр с плесенью такой, на любителя. Моей сестре нравится, я такая, мне точно, дети это не одобрят. Так что будет крем-чиз вместо него. Я размораживаю куриную грудку. Будем с вами праздновать. Чего сидеть зря в карантине, будем готовить ирландскую еду. Ребенок зовет. Хе-хе-хе-хе-хей! Ну вот, вы же понимаете, мы застряли. На страдание. Okay, just a second. Let me finish. Меня спрашивали насчет конфет, если моим детям нравятся конфеты. Моим детям больше нравятся, конечно, американские конфеты, особенно старшим. Джульет вчера пробовала, так себе съела кое-что, но не просит по второму разу.
Джашек у меня непривередливый, маленький, он ест все, главное, чтобы сладко было. А вот это среднее-младшее попробовали, носом покрутили, отдали Джашку. Джашек доедает. Итак, я разморозила 3 грудки куриные. Разрезала так вдоль пополам. Сейчас я их буду бить вот в кулечки. Курицу обили. Теперь берем, у меня получается здесь 6 кусочков, да? Берем 6 кусочков бекона, режем наполовину. Бекон тоже отбиваем вот так вширь. Также тут предлагают шалфей положить на это. Шалфея у меня нет, у меня есть тарагон, так что делаем тарагон. Курицу кладу сверху бекона, я ее посолила, поперчила и теперь еще натерла корку лимона. Сюда пойдет сыр, должен быть blue cheese. Я думала крем-сыр, я думаю, я просто обыкновенный сыр туда положу, чтобы по вкусу детям. И потом заворачиваем вот такие валики. Надо этими зубочистками или ниточкой это все. И теперь эти ролики поджариваем со всех сторон. Вот такая... О, вкусно пахнет, офигеть. Поджарится мои валики, как видите. Спички я не всю, не спички эти. Зубочистки я не всунула, потому что у меня их не было. Вообще, я самая крутая и умная. Они у меня распадаются, так что не делайте на них опять. Перекладываем курочку в отдельную миску, тарелку. Теперь в кастрюлю добавляем чашку белого вина. И дальше вот эти все коричневые цветочки размешать. Так вместе в однородную массу. Пусть покипит немного, чтобы уменьшиться в размере. А потом мы добавим туда 2-3 ложки сливок. Это после добавки сливок. Вот так хорошо размешали. Попробовали на вкус, добавляем соль, перец, если нужно. Я вино использовала уже для готовки, оно обычно соленое, так что для меня, наверное, только перчик. Хотя сейчас попробую. Тоже немножко перчика, да. И... Ой-ой-ой. И можно заливать наши роллы. И подавать вот с таким соусом. Я на данный момент их поставлю в теплую духовочку, пусть там доходят. Вот такая красота у нас получается. Сейчас пойдет в духовку, пусть там томится, пока я буду работать над брюссельской капустой и картошкой. Тарелочка, смотрите, картошечка. Смотрите, кто у нас вышел из комнаты. Hello. Хоть едой их, это самое, из комнаты могу заманить. Итак, рецепт был одобрен. Так что советую. Большими детьми был одобрен, маленьким сейчас буду что-то готовить. Дети даже не думают заходить. Джашик тут, блин, не видно. Видите, тут трава, бурьян. Дэнни поворовал. И он там готовил. Пошел к сестрам. У кого чего, у папы кострик. Да. Сварила девчонкам суп. Yummy. Халтан. Из вермишели, который купила в русском магазине. This is my words. They're not noodles, they're words. В общем, смотрите, все съели. Едят за оба уха. И Джашек тоже. Да. Вот что значит червяки. Итак, несмотря ни на что, друзья, в Америке мы празднуем День Святого Патрика. Пытаемся быть в хорошем настроении, устраиваем себе праздники, проводим время с семьей, чего и вам желаю.
На этом я буду закрывать свой влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай. Если кому интересно, как все-таки в Америке празднуется этот день, в прошлом году мы попали на парад. Ссылка на в прошлом видео, в конце видео у меня была ссылка на это видео. Также в сегодняшнем видео будет ссылка, как мы были между небоскребами, ходили и гуляли между небоскребами в прошлом году и тоже попали немного на парад, который был в центре Талсы, ирландский парад. Так что добро пожаловать, можете смотреть это видео. Ну а я в самом деле прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч.